Ребят, всем доброе утро. У меня сегодня по расписанию тренировка, но я на нее не пошла. Вот Ваня с тетей сами ушли. У меня безумно болит горло. Прям вообще я не знаю, где его простудила. Вообще глотать больно. Голова побаливает, потому сегодня меня оставили дома. Сегодня на тренировку я не пошла. Ваня мне утром сделал чай, что как бы я проснулась давно, но потом попила чай и уснула. И не завтракала, поэтому я сейчас соберусь силами и пойду завтракать. Вот, скоро, в принципе, уже Ваня с тетей должны прийти. Кстати, по поводу Симпсонов, кто играет в Симпсоны, вот так, сейчас покажу. Новое обновление вышло, сейчас там пасхальные кролики, вот, такая прикольная придумали этот, сейчас загрузится, покажу, там всякие кролики бегают, их нужно собирать, вот, смотрите, их нужно собирать, так на них нажимаешь, и появляются яички, собираешь яйца, и потом тебе всякие премии дают там за эти яйца. Потому что я сижу, играю, сейчас проснулась, играю, сижу. Ой, даже зевать больно, ужас какой-то. Вот такая вот обманчивая погода, казалось бы, да, тепло, где мне могло, блин, вообще продуть, где могла простыть, а ну вот оно что. Сюда пришел? Не, вроде никто не пришел. Так что, вот так, я уже сижу и играю, сейчас поставлю на 3 часика. И все, вроде больше никто мне не освободился. Нет. Так, если я сейчас найду кролика, вам покажу. Кролика. Вот, нашла, смотрите. Вот кролик. Давай, фокусируйся. На него нажимаешь. Яичко. И он зарывается в землю. Вот, так что прикольненько. Прикольно. Мне нравится с такими этими кроличатами. Буду собирать. Так, ладненько. Пошла я на кухню. Есть вообще не хочется, если честно. Но надо что-то в себя закинуть. Чтобы желудок мой не страдал. Сейчас оденусь, что прохладно как-то. Да, прохладно. Хочу одеться. И пойду на кухню. Так, Пума у меня тоже сидит, уже позавтракала. Но он у меня уже покушала, мясо накушала. Я буду кушать творог. Я немножко полила его этим йогуртом, чтобы он не был сухим. Клубника и чай с лимоном. Вот такой вот мой завтрак. Сейчас попытаюсь это все в себя запхнуть. Да. Так что, пошлите. Я не знаю, может в зале позавтракать, посмотреть, что там по телевизору есть, не знаю. Сейчас посмотрим. Я смотрю школу ремонта, и у нас соседи делают ремонт. Так что, у нас в квартире праздник. Я досмотрела только что сериал «Как я встретил вашу маму». Неожиданный, конечно, конец, но неожиданно, просто больше никаких эмоций. Ну, не то, что больше никаких эмоций, просто так, это неожиданно, неожиданный конец. Я другого ждала, думала о другом, но получилось все иначе. Так что все, теперь не знаю, какой сериал начать смотреть. Какой-то другой буду смотреть, может, начну смотреть «Друзья», не знаю. Ой, мне уже лучше стало, намного лучше себя чувствую. Сняла эту кофту, футболки сейчас намного, ну, нормально так. Знаете, мурашки чуть по коже идут, но вроде как тепло. Ой, на солнышко, на улице хорошая, прекрасная, теплая погода. Вот, так что, как-то так. Надо постельное поменять. Прибраться в комнате. Да, Пумочка? Надо прибраться в комнате. Да? Пума. Красавица.
спит целыми днями, спит и спит, спит и спит, да? Моя красоточка, моя девочка. То, что меняла постельное, все поменяла и покрывала, одеяло мы уже ватное убрали, то есть у меня здесь осталось только простынь и покрывало сверху все, потому что очень тепло, одеяло мы уже не укрываемся, потому что жарко. Так, мне нужно теперь Ваню уговорить убрать это одеяло. Говорю, котик, убери, пожалуйста, одеяло. Давай потом, попозже. Вот, ладно, он попозже уберет, а я пошла отнесу вот это вот в стирку. Мочка моя только что покушала. Вот, вот у меня здесь на готове стоят покупки. Я все никак, я думаю, я завтра сниму это видео. Сегодня я просто плоховато себя чувствую. Вот еще бы, блин, пума очень линяет, надо попылесосить. Что, ужас какой-то. Так, ладно. Вот она, кстати, сидит, красавица. Котик тут у меня делает очень вкусную пюрешечку. На сегодня пюре с бестроганом. Вот, пока котик делает пюрешку, у нас, кстати, пюре делают мужчины. Вот, либо папа, кажется, либо Ваня. Много кто не дослышит. Не это, ну ты понял. Ладно, я хочу попылесосить, потому что очень много шерсти везде. Что я за пылесос. Вот наш пылесос Бандура, мы ее называем с Надей. Что, и я и Надя говорим, что очень-очень большой у нас пылесос. Потому что я, пожалуй, сейчас везде попылесосю. Ой, вкусняшка. Я удивляюсь, как вы с таким подходом не служите капитан. Она совершила преступление. Должна привести за него наказание. Теперь ножки. Кто совершил преступление? Майя сбежала. Чтобы спасти Гугу. Ей всего 18. И что дальше? Пума, кстати, уже не так сильно боится. Вы мне спросите, что у вас только при себе. Андрей, ну, действительно. Там были и мультики Самсонов, и вот Ну так что, с пюрешечкой едила, сердечки. О, тоже вкусненько. С пупками. Окошком отдыхает. Моя девочка. А я в Симпсоны играю. Я уже попылесосила, поубирала везде, так что сейчас жду, пока Ваня закончит. И мы пойдем гулять, прогуляемся. Сейчас у нас 5:55. На вечернюю прогулку пойдем. Мы вышли прогуляться, у нас тут недалеко есть один спортзал. Мы хотим посмотреть, что за спортзал. Ну, вообще, вышли прогуляться, у нас сегодня суббота, все за... Ой, суббота. Сегодня пятница, сегодня выходной, все закрыто. Магазины не работают, только люди ходят, гуляют и сидят в кафешках. Все остальное, как, впрочем, и мы. Мы сейчас идем по вот этой вот аллее. Классно здесь, такой запах, знаете, сейчас все так... пахнет, начинают пахнуть деревья, всякие там эти растения, цветочки, птицы поют. Так летом пахнет, прям летом-летом, вообще классно. Супер. Мы возвращаемся домой. У нас уже стемнело. Мы тёпаем домой. Хорошо. Мы после ужина, смотри, мы поужинали. Мы, кстати, поужинали и вот так прошлись. Сейчас я хочу, сейчас домой придем в интернете посмотреть, сколько километров мы прошли. Прилично прошло. Да, и вот это все, что мы прошли, точнее, все, что мы съели, нам мы плотненько покушали, у нас была пюрешка, мясо бестрогано. То есть оно у нас в жирок не отойдет, а оно сгорит, потому что мы много-много-много ходили. И это супер. Акация цветет, и она так круто пахнет. Блин, вообще такой запах на улице этой цветущей акации обалденный.
А это наш Сабаделевский театр. Барбировский даже. Это театр Барберы. Мы решили домой идти через другую дорогу. Мы сейчас проходим через центр Барберы. Барбера рядом с Сабаделем. Вот, мы сейчас вышли на площадь. Здесь детки играются. Сегодня выходной. Да, вот. Так, подожди. Мэрия, он там. Подожди. Вот мы идем через главную площадь Барберы. Здесь дети играются, выходной. Все бегают, прыгают. Вот такая вот здесь красота. Мы только что были возле колоночки с водой. У нас сушняк был, мы попили. Идем дальше. 9 часов вечера. Малышня на улице гуляет. Смотрите, какой фонтанчик с подсветкой. Это девушки здесь. Вот это вот беременная, эти вроде как. Вот это вот девочка. Не знаю, что символизирует это все. Нигде надписи нету. Но красиво очень, эффектно смотрится. И котик мой стоит, ждет. Мы дома. Мы пришли домой. Сейчас будем кушать киви. Мы это посмотрели по карте. Мы из нашей сегодня прогулка. Была 6 километров. 3 туда и 3 обратно. И плюс. Плюс мы домой на 5 этаж поднялись пешком. По лестнице. Вот. Так, чисто просто так. Да, чисто просто так. Ох, хорошо. Замечательно просто. Зая, давай киви, режь. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.